Всем привет, дорогие друзья, на связи Касси Даючка, ребята, и сегодня в гостях у меня Донни. Так это опять онлайн, где мы устроим сегодня рубрику «Спуск без тормозов по льду», ребятки. Кукусики! Что ж, ребятки, с недавних пор мы здесь тестируем машины из реальной жизни, а также GTA-шные седаны, внедорожники, потому что некоторые из них едут прям очень хорошо. Наша задача, ребята, с помощью рандома достать эти тачки, ну и в общем-то разогнаться вот с этой дуги, ребята. Здесь внизу есть две стрелочки, на них мы полностью отпускаем педаль газа и управления, после чего начинается поверхность изо льда. Машина может скользить на крыше, машина может лететь на бешеной скорости. Главная задача — добраться как можно дальше, ребята. На ступеньках вот этих таких своеобразных можно получить максимум 350 очков. Ворота, получается, дают 500 баллов, а синяя панель 400. Поэтому, ребята, давайте сразу с вас получается лайки, а с нас начало серии. Поэтому, Донни, слазь из тачки, можешь ее удалить, и начинаем по одной машинке. Ну, о, у нас пати-бас, даже для тебя диванчик есть, смотри, хочешь прокатиться? О, прикольно. О, хорошая быстрая лампа, против меня. Да, лампы хорошо, но, кстати, еще ни одна лампа до конца не долетала, как бы это странно не звучало, поэтому будет максимально интересно посмотреть, что получится. Ребятки, не забывайте подписываться, а также напоминаю про чат в Телеграме, если хотите живого общения со мной и с ребятами, welcome, ссылочка в описании. Так, ну... Ну давай. У меня вылет такой жесткий на Форде вообще, блин. По скорости вполне, как говорится. Ну, у тебя быстрая ламба, да, как ни крути. Короче, ребят, чиповка стоит 20%. Мы ее уже давно не меняем. Так, и вот про это я и говорю. То есть ламбы, они все как-то сразу дружненько в сторону. Ты летишь неплохо. Нет. Не, улетел. Да, 180. У моего Раптора максимально странные колеса. Я только что как-то на бачок сел и проскользил. Но этого не хватило надолго. А 140, ты чуть дальше. Типа ламбы, ребята, реально все вот такие быстрые, хорошие, но они улетают. Не знаю, с чем это связано. Но, кстати, это еще касается, по большему счету, многих кёнигсигов. Вот такие приколы. Начинается самое интересное. Первый такой нормальный раунд, где мы достаем тачки, ребята. У меня будет три машинки. Вернее, две даже. Что-то я перепутал. Я потому что был-то чуть хуже, чем ты по расстоянию. Йоу. Так... лимузиан, торчит, считается, у меня дом на колесах, прибыль стандартный, поэтому его нафиг и грузовик. Крупногабариты мы не берем, но, слушайте, по желанию, такие грузовики можно как бы и брать, но я не желаю его брать, нафиг он нужен. Так, серфинг такой себе, конечно же, ребята, гольфач я возьму. Лимузиан, кстати, еще не было, ну-ка, начинай ехать, мне интересно, вообще, доедешь ли ты? Это прям прикольно будет. У меня, потому что Volkswagen хороший, ребята, эти зеленые диски, я думаю, помнят все. Ну, еду так. Пока, слушай. А у меня, знаешь, в чем вопрос? Может быть, я неправильно сделал, что тебя пропустил? Кстати, ну ты обгонишь меня, скорее всего. Масса сиска. Я вижу. Просто сосисон, ребята, бешеный полетел. Ой, я тебя перелетел. Перелетел, да, я тебе говорю. Так, ну я сейчас в сторону улечу. Я немножко неправильно начал. И все, ничего не зацепил. Не знаю, сколько было, ребята. Не знаю. Ну, где-то вот здесь, короче, я вылетел. Так, следы остались где-нибудь. Следы. Ну, ты в любом случае уже дальше. Мне тупо не повезло по вылету. Нифига он едет. Чего? Ну, он... Не, он теряет скорость. Ну, он за счет базы спокойно так спускается. Вот здесь уже все, уже приехал. Да ребят, я мог спокойно поставить 500, но немножко, короче, на вылете дал прям угла, поэтому это сыграло плохую шутку. Не, с другой стороны, а что вы хотели? Раннее утро, глаза еще не открылись, этот прицел сбитый. Надо, короче, вставать в колею. Надо. Так. Да, держать востро. У меня Нива Урбан какая-то, и вторая машинка моя будет вот такой вот какой-то внедорожник. Так, у тебя, ну, пока ничего сверх вау нету. Третья, ну, такая ну, вот. Ну, такое. Слушай, а я по приколу возьму не вас. Типа, почему бы и нет? Конечно, это не Урбан, прям тот, который козырный, ребята, которые летают. Но, тем не менее, интересненько будет посмотреть. Колеса, кстати, давай. У него плюшевые. Прям не нравятся мне колеса. Так, Бентли. А Бентли попадалась Бентли. Уже. Ее плюс-минус мы знаем, поэтому больше внимания, наверное, к Ниве. Разгонится ли по накату? Ну, поехали, посмотрим. Но нет, слабовато, ребят. Даже стандартные тачки ехали бы быстрее, я думаю. Так, сейчас надо прям аккуратненько вылетать. Гольфач, конечно, жалко, что мы профукали. У меня, знаешь, у меня есть серии медленно, но типа этот... Как правильно сказать? Типа стабилизация хорошая машины. Циферка, спаси меня. Ой. Я проехал по ней. 90 у меня. 120, я чуть дальше, про Бентли, да, ребята, я эту всю канитель знаю, она такая себе на самом деле.
Ну что ж, ладно, пока меняемся местами, баллы еще есть какие отыгрывать. Так, ламба опять-таки пришла, ламба нам не нужна, хотя у меня их две. Опа, 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 это не та самая фигня. Ну ладно, рискнем, майору я брать не буду. А у тебя ЛС-ка неплохая на самом деле, не самая быстрая, но хорошая, так у меня... Кобра. Она, типа, знаешь, она разгоняется не сразу, а со временем. Я думаю, что с чиповкой 20% она как раз успеет это сделать. А у меня кобра плюс-минус может быть та. А может быть не та. И, скорее всего, не та. Что-то по скорости как-то уныленько немножко, если честно. Я большего ожидал. Да. У тебя будет, наверное, вообще нормально, да? Что по скорости? Я тебя объезжал. 600 так, с чем-то да, было. Да, я, да. Чтобы тебе не впилякаться, я вправо, короче, дал. Нет, ты мог бы впилякаться, улететь в сторону, это было бы веселее на самом деле. Нет. У Кобры странная максимально подвеска, не держит вообще дорогу. Я улетел, это 120. Так, ты где? Ты уже за горизонт пропал, нифига себе. А, ты так остались, что ли? А, нет. Это здесь было сколько это? Это 300, ровно 300, прикинь, оказывается. Прикольно. Ха! Прикольно. Так, пшиха! Окей, 300 неплохо. В любом случае, баллы тебе в карман, и баллы неплохие. Так, еще одна Нива нам, как говорится, на тест упала. Так, Акулка плюс и минус, Агера плюс и минус, и, кстати, РС-ка тоже прям пушка. Так, а Нива идет в Нарнию, так сказать, она вообще неинтересная, хотя Мерседес тоже плюс и минус. Ну, у тебя реально быстрые тачки, Агера самая быстрая просто под капотом, поэтому логично. Хотя там и у второй было, ребята, порядка 270 лошадей, наверное, где-то плюс-минус. Так, скорее всего, да. Ну, типа у меня опять стандартный Мерс, ничем не выдающийся абсолютно от слова совсем. Гольфач пока был лучше, и мы его благополучно профукали. Но серия еще впереди. Ой! Есть? Что это? Я в тебя врезался. Серьезно? Да. Опять 25, сколько это было? Прикол, да это 70, короче. Да прикол, я, короче, тебя объехал, причем понял, ты меня ехал слева, я тебя справа объезжал, и ты меня как-то пингой справа оказался, я тебя въехал. Серьезно? Справа, блядь. Ну, чтобы ты понимал, что было у меня, я вообще ехал прямо, и ты, получается, вылетаешь с правой стороны и сразу под углом. То есть удара ничего не было, ты просто улетел. Ну, так, я не зацепил. У тебя не было. У тебя не было. Приколы, кто там магию вне Хогвартса принимает. Но меня все устраивает, в любом случае какие-то баллы я отыгрываю. Да. Эх, ребята, если бы, конечно, не рассинхрон, многое у нас прикольное бы не случалось. Но, с другой стороны, визуально это максимально странно. Поэтому свои есть минусы такое. И плюсы тоже есть. А так, Кобра Джет неплохо. Какой-то прокачанный, непонятный вот такой вот. Что это вообще такое? Давайте посмотрим. Это изи. Это изи, да. Изи классик, на котором кошки-мышки когда-то игрались. Ну, короче, типа Кобра Джет, ребята. Очень быстрый драгстер плюс ускоряшка. Проблема драгстера в том, что его сейчас, наверное, просто он зацепится колесами и улетит. Поэтому попробуем, но... Поехали, узнаем. Да, но... Короче, страшненькая тема. Я, кстати, не помню, долетал он когда-нибудь до конца или нет. Так, давайте я ускорюсь. Ёп. Я тебя назад не... Не смыл? Да, я врезался в себя и остановился. Не-не, я просто ты не эта штука, я просто тебя въехал. А, понимаю. А 730 просто так разогнал без ускоряшки, можно сказать, ребят. Ускоряшка уж это так просто, начальный буст был. Ой-ой-ой, развернуло, размотало, раскрутило, развертело. Можно как-то вот так, ладно. Че, короче... Нет? О, я по лестнике вниз уехал. Короче, здесь я не зацепился. Последняя ступенька 190 всего лишь. Ну, типа, это классика. Это прям вообще классика. А ты где? Ну, я только съезжаю. О, ничего себе. Так, а сколько скорость была? 450. Ну, плюс-минус, плюс-минус. Короче, типа, да, вот такие драгстеры, ребята, они быстрые, но они колесами задними цепляются, и ничего хорошего, как правило, не случается. А, так. Ну ты отлично придумал уйти в Нарнию и... Бум! О, повезло! Повезло, прям максимально повезло, но скорости все похерены, как сказать. Да, 140. Да. Я чуть дальше буквально. Но да, это хорошо. Че там по баллам, мне интересно? У меня такое чувство, что мне догонять до сих пор надо, потому что вроде тачки есть, но что-то как-то реализация хромает. Так, у тебя шторм? Хмар-хмар. У тебя черный Порш тоже неплохой, поэтому выбор прям 50-50. А так, и Цивик. Да, но, так, наверное, Цивик такой себе. У меня все вот непонятно. Вот. Все, короче, прям такое, знаешь, попадается раз в 300 лет, поэтому непонятно, что за тачки. Попробуем Маслкарыч. Так, ну давай. Let's go.
На шторме, короче, у меня. Ну, ничего такого выдающегося тоже не было. Я вообще не помню ни одной реактивки, которая до конца долетала. Но, плюс-минус, если очень сильно повезет, если карты, как говорится, лягут, если звезды сойдутся, то, типа, да, можно, короче, уехать подальше. С помощью ускоряшки, имею в виду. Так, ну, в целом, ну, ничуть не лучше предыдущего, так сказать. Так. И покидай меня, зацепился 120. Выравнивайся, еб твою медь. Выравнивайся. Джексон Шторм, блядь. Джексон! Ан. Ты серьезно? А где ускоряшка? Я думал, ты ускоряшку уже проживешь. Я пока еще нет. Ну куда, обратно? Я не хочу пока обратно. О, фига, он же ровно просто летит. А у него шапка, короче, бестекстурная, да. Да. Так, ну короче, это походу... Опа, она не, разгоняется. Нифига. Не, не факт, нифига. Не факт, да. Она разгоняется, поэтому каждый удар сильнее и сильнее. Так, ну окей. Ну... Снимаем Голливуд. Как-то он странно приземляется, иногда дергается, иногда вообще не дергается. Ага. Давай. Но он плоский очень, это минус. Да. То есть как бы даже... Ой-ой, сейчас было прям опасно. Он разгоняется, у него скорость все больше и больше становится. Поэтому вот эти все моменты, они все жестче и жестче. Так. Ай-яй-яй, страшно. Ну да, я уже прям... Чтоб с тобой вровень ехать, уже 90 жму. Ага. Ну давай уже! Сделай грязь! Ой! Опа! Спойлер спас. Ой! Давай! Пуфлотый кусок! А, давай, нет! Нормально, держись! Не сдавайся! Нет! Нет! Держись! Не, мне кажется, он не перевернется. Осталось. Чех загорелся у меня, алё! Опа! Завершится или нет? Ребята, если машина, напомню, может взорваться, то в раунде... Ба! Ничего не получаем, но... Понимаю. 330, но это сильно, ребята. Ну, кстати, я не ожидал, что он встанет на колеса. Да, но лучше так, чем взорваться, поэтому плюс-минус как бы пойдет, соскочил да. вовремя, да. Вот такие приколы, ребята, в этой рубрике тоже случаются, поэтому поставьте лайк, если вы еще этого не сделали. Опять кобра. Так, спокойствие. Так. Гелики не долетали. Кобра 190 минимум поставила. Сколько? А, это тот самый джимсишка, да, 371, значит, судя по твоей реакции. Да, короче. Кобра была, ребята. Ой, я не буду, короче, его тестировать. Не знаю, расстроил зачем-то. Ну, куда тебе столько? Короче, я прыгал на GMC-шке, она мне попадалась в прыжках в длину 2300, братан. Йо. Да, но летит, конечно, слабовато, то есть в океан. Палета, но в океан. Ну, то есть без запасов. Так, это, знаешь, это ассоциация сразу с фильмом «Шазам». Типа, ему дали способности, а он такой, а херли делать такой. Вот примерно то же самое. 820, йо. И мап полетел неплохо. А 540 всего лишь у меня. Да, я вижу, что ты полетел в сторону. У меня гелик вообще лайтовый какой-то. Как дела? Я тебя не вижу. Опять не коснулся. Сколько это было? Это было 260. 260 неплохо, 130. Надо было брать кобру. Так, ну по баллам я понимаю прекрасно, ребята, что я отстаю. Нужно хорошую машину. Но Лада ДПС это точно не хорошая машина. Тезеракт я при всем желании брать не буду, потому что электрокары, ребята, такие себе. Так, у тебя три тачки, давай, бац-бац-бац. Закосно Вайпер, может и есть третья. Вайпер, Феррари и Кашкай, да, вроде. Есть Вайпер, быстренький довольно-таки, мне нравится Фера. Такое, и Кашкай, и плохо. Ну, короче, все плюс-минус. У меня, короче, думаю, ничем не выделяется Лада, поэтому попробуем просто ее разогнать. Так, до конца серии давай. Еще буквально, ребята, раунда 2-3, поэтому надо стараться что-то сделать хотя бы. Но с такой тачкой, мне кажется, много ничего не сделаешь. Да. Что по скорости? Стандарт. Все не стандарт. У меня плюс-минус все едет 550. И хуже. Так. То есть, получается, самая быстрая тачка, которая у меня была, это Гольф. И кобры. Вторую кобру все-таки надо было брать. Зря я ее не взял. Так, я улетел. 130. Ты что-то очень жестко полетел. Так. Да. Слишком жестко. Да хрена жестко, я бы сказал. Так. Ну, это такими темпами, походу, до конца даже ворота. Кстати, у нас еще ни одной машины нету, ребята, на финише. Кстати, да.
Так, и это вол, гол. Да? Повезло. Что? Повезло. Повезло. Считается? Да. Считается, да? Или нет, сейчас посмотрим. Больше половины тачки, если там, то считается. Да, считается. Ну да. Тут видно визуально, ребята. Две трети в воротах. 500 баллов. Да, отличные баллы. Вот такой вот вайпер. Ребят, продолжаем. Давайте начинать по баллам. Прям очень-очень много мне нужно отыграть. Да. Так, у меня неплохая вот такая вот, короче, мыльница. Я ее и возьму. Наконец-то пришла хорошая машина. Да. Главное ее реализовать. Но, правда, мало мне ее реализовать. Мне как минимум таких две еще надо. Так, вертушка неплохо. Mercedes SLK. Еще две тачки. Так, еще две тачки. Это Crown Victoria плюс-минус. Ну и гоночный купер такой себе. Выбирай тачку, я уже разгоняюсь. Давай. И главное, по центру как-то держаться. Так, давай. Можно, надеюсь, тот, потому что у нас этих мыльниц, на самом деле, ребята, полно. И не все они хорошие, поэтому... Ой-о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 й-
копейками. Вот хорошо, это очень даже хорошо. Да, только летит максимально странно машина. Эй. У меня 480. Ну, сегодня слабовато, если так смотреть. Ух ты, ребят, вы это видели, как Порш просто вырулил? Но этого недостаточно, да? Этого недостаточно, чтобы забить гол, но 400 и наконец-то. Как дела у тебя? У меня 80. 80, ну плюс-минус среднячок, ребята, сегодня. Да, все, что меньше сотки с чиповкой, это на самом деле плохо, я думаю. Так я еще лечу. 110, и вот здесь вот, ребята, вылетел Ваня. Так, рандом решил мне на последние два раунда подарить по 3 тачки, я надеюсь. Поэтому сейчас надо выиграть, чтобы оставить это право. Так, это я не считаю третью тачку, она вообще никакущая. Так, у тебя плюс-минус жук, возможно, хороший, а GTX, я не знаю, это грузовики не считаем. И какой-то там Мерседес. Мерседес плюс-минус вроде хороший, и плюс-минус вопрос к первой тачке. Первая тачка у нас 202. 256 Мерседес. Да? Добавлю ее пока. Так, ну, в целом хорошо. Да. Так, ну окей, жучара. Жучара может быть тот, может быть не тот. Но давай разница посмотрим. С чиповкой это не особо, как говорится, играет роль. Так, ладно, разгоняемся. Разгоняемся. Ё-моё. Чё у тебя? Так, она цепляется, неуправляемая. Не. Неуправляемая тачечка. Сейчас будем пытаться. Так, ну я почти 8 сотен разогнал. Это тот самый летающий мэр. Но проблема в том, что он такой прям легонький. Прям вообще, мама не горюй. Да. Так. Ну и, ребята, если я сейчас долетаю, это хорошо. Вопросы к тебе будут, как ты справишься. И последний раунд, я надеюсь, что тачка тоже не подкачает. Давай! Ебой! Гол. Забил. Я забил гол. Это был сложный гол, но, тем не менее, я прям за твоим вайпером припарковался сбоку. Было прям неплохо. Так, где Ваня? Давайте смотреть. Полетели. Очень далеко. Ёпама, где-то там. Коснулся. А где ты, ёпта? Я тебя даже не видел. 170. Обратно. Так, это походу перелетел на скорости. Видать, жук сдалека. Mm-hmm. Короче, ребята, невидимый. Да. 170 очень хорошо тоже. Это отличные баллы. Впереди, ребята, последний раунд. Ну что ж, ребята, как говорится, решающий, возможно, раунд, а возможно, ничего он не решает. Поэтому, о, у меня мишка какой-то плюшевый. Первая. Так, да, крупногабариты не считаем. У меня Драгстер попался. Неплохо прям. А почему под конец, вторая, ребята? Вот почему под конец всегда идут тачки? Кстати, вот эту бэху я вроде чекал. Она такая плюс-минус неплохая. Эту брать не будем. Драгстер, ребята, у меня прям пушка. Туатара очень быстрая машина, но опять-таки, ребята, у нее проблема этих ламп всяких. Я на Туатаре ни разу до конца не долетал. Сколько раз у нас попадалось? Проверим. А по скорости, ребята, там очень хорошо. В принципе, не хуже, чем у Драгстера. Так. Ну, может, хуже, конечно. 800, да, есть. 920, я прям в тебя лечу. Не, я под тобой пролетел тут. Вот это был Голливуд неплохой, прям максимально. Так, ну ты, кстати, неплохо летишь для этого Атары, на удивление. Так, и у меня 400, я просто улетаю. Так, а ты тоже 400 стоишь? 400, да. Да, тоже долетел. Кстати, первый раз Туатара добирается до финиша, насколько я помню, на своей памяти. Можете в комментариях написать, прав я или нет. Что ж, по тачкам очень хорошо. Получается, у меня две тачки на 400, у тебя одна, ну и две, ребята, машины у нас в воротах. Поэтому, ну, серия все равно результативная. Хэштег видел в комментариях, ребят, пишите, если досмотрели до конца. Всем спасибо за просмотр, всем пока.